Итак, сегодня наш путь лежит в магазин семян. На дворе февраль, но уже пора запасаться семенами для нового сезона. Те, кто не успел это сделать осенью, сейчас самое время. Посмотрим, какой ассортимент, что изменилось, что новенького, какие новые сорта, что нам предлагают крупные магазины. Ну вот, вы можете видеть, ассортимент очень большой, но я обратил внимание, что все-таки семян стало меньше, чем в прошлом году. Практически не вижу семян от компании Сидек, Партнер, Гавриш. Много семян появилось авторских, вот как вы видите, от Ганечкиной. Что касается цен, все-таки семена подорожали прилично. Ну, что нам ожидать? Хлеб подорожал, молочные продукты подорожали, естественные семена. Тем более коронавирус и Китай нас, наверное, немножко прижмет. Вот смотрите, томаты. Цены совершенно разные. От 59 рублей до 14 рублей. Вот изредка встречается гавриш. Ну что хочу сказать. Немножко меня разочаровал ассортимент. Хотелось чего-нибудь новенького. Вот из огурцов, допустим, Кураж, Щедрик, Герман. Их нету. Вот неплохие огурцы Адам, но 79 рублей за 10 каких-то штучек семян, это что-то невообразимое. А так вот посмотришь, названия-то новые. Так, что касается томатов, тоже ничего для себя я новенького не нашел. Хотелось посмотреть такие сорта, как Толстой, Благовест. Ну, Верлиока это уже проверенный годами сорт. Его тоже в магазине почему-то нет. Пинк очень ранний индетерминантный сорт. Кроме того, вот в регионах очень хвалят такие сорта томатов, как Колокола России, Магнифика. Ну и отдельной строчкой стоят такие сорта: Японка, Узата Хата, Богата Хата. Их не видно. На что хочу обратить еще ваше внимание. Вот не обязательно брать дорогие семена. По законам маркетинга дорогие расположены на уровне глаз. Посмотрим вниз, опустимся. Там в ящиках лежат семена в обычных сереньких невзрачных пакетиках. И, кстати, можно выбрать практически все. И салаты, и томаты, и огурцы, кабачки, зелень. И все это по 1,5 рубля. Но надо сказать, что семена абсолютно такие же, как и в красивых цветных пакетах, только в 10-20 раз дешевле. Так что не поленитесь, посмотрите вниз. Отдельно хочу обратить ваше внимание на баклажаны, сладкий перец. То же самое. В цветной красивой упаковочке, вот баклажан я сеял недавно, черный красавец. Я брал его за 1,5 рубля, вот в таком дешевеньком пакетике. А здесь он вверху 30 рублей. То же самое и с перцем сладким. Я брал калифорнийское чудо, и уже не первый год они у меня плодоносят, хорошо развиваются. Обратите внимание, неплохой баклажан алмаз. Всего 5 рублей стоит, а рядом 22 рубля, 40 рублей сорта. Алмаз я не сажал, но его тоже хвалят. Как вы видите, большое место на стендах занимают семена цветов, практически половину всей выставки. Ну а сейчас перейдем к полкам, на которых средства для борьбы с болезнями и вредителями. Как мы видим, цены тоже значительно поднялись. И ассортимента такого, как хотелось бы, нет. Вот, например, из дешевых Фитоферм 15 рублей, Фитоспорин уже 72 рубля, мыло зеленое 70 рублей, Фуфанон 18 рублей. Но это тоже маленькая фасовка. 2 миллилитра на 1,5 литра воды. Представьте, 18 рублей, и сколько нам надо будет для обработки наших растений. Особенно удивляют средства на основе меди и железа. Это медный купорос, бордоская смесь, хлорокись меди, оксид железа. Если видите, такие препараты, как Чистоцвет, уже под 100 рублей. Суперцена. Топаз 115 рублей. Я хотел приобрести Скор, но его, к сожалению, нету. Отсутствуют и препараты, сейчас очень новые, разработанные на основе гриба триходерма. Их тоже в продаже в этом магазине я не увидел. Бордоская смесь 110 рублей. Один раз развести, обработать 200 грамм. Медный купорос 53 рубля. В общем, борьба с болезнями и вредителями в этом году обойдется нам в копеечку. Железный купорос 53 рубля, 250 граммов. Профит Голд 5 грамм сульфата цинка
15 рублей. Гумат калия, очень маленькая упаковочка, тоже 15 рублей, 10 граммов всего. Искра, один из самых дешевых препаратов, 65 рублей. Хороший препарат, система агрозащита. Ну тоже посмотрите, стоимость 85 рублей. А теперь посмотрим, что у нас с минеральными удобрениями. Азофоска, 1 килограмм, 105 рублей. Агроперлит 60, суперфосфат почти 100 рублей за 1 килограмм. Да, мочевина 100 рублей за 1 килограмм. Да, тяжело придется садоводам и огородникам в этом сезоне. Однако желающих приобрести семена становится все больше, и этот отдел становится с каждым днем все популярнее. Будем надеяться на хорошую погоду. До свидания. Если вам понравился мой экскурс в магазин семена, пожалуйста, пальчик вверх.